проверить супруга на измену. Узнать о воровстве и обманах. Принимает ли ребенок наркотики? Проверить няню. Есть решение. Сыворотка правды PSN-147. Вот что говорят о препарате покупатели. Сыворотку заказала по совету подруги для проверки мужа. В последнее время он стал часто задерживаться на работе. Были подозрения, что у него появилась любовница. Подлила сыворотку в алкоголь, не заметил. Сразу после этого стал более разговорчивым. Обычно он угрюмый и молчаливый. Для верности задавала вопросы, на которые он обычно не отвечал. И на них он тоже ответил. Но самое главное, это то, что получила ответ на основной вопрос, не изменяет. Очень хорошо, думаю, пользоваться сывороткой периодически. Возникла неприятная ситуация на работе из-за воровства. В подозрение попали трое сотрудников, все отнекивались. Предложил всем выпить эту сыворотку, чтобы узнать правду. В противном случае сказал, что напишу заявление. Все согласились, вор был найден, уволил его. Каких-либо побочек все участники эксперимента не ощутили. Прошло действие у всех примерно через час, все чувствовали себя хорошо. Сыворотка реально работает. Давал ее своей девушке, чтобы узнать, что у нас на любовном фронте. Какой я у нее по счету, изменяла ли она мне, думала ли о ком-то еще кроме меня, есть ли кто ей нравится на работе, и любит ли она меня. Ответы получил. К сожалению, они не очень хорошие оказались, пришлось расстаться. Но лучше так, чем если бы она продолжала ставить мне рога. В общем, рекомендую сыворотку всем. Сыворотка правды PSN-147. PSN-147 имеет сотни применений. Проверить жену, мужа, любовника, подругу на измены. Узнать о воровстве и обманах. Проверить, кто отец ребенка. Узнать, употребляет ли ваш сын или друг наркотики. Узнать, какого мнения о вас человек. Выпытать у конкурента или партнера секреты бизнеса. Проверить няню перед тем, как доверить ей ребенка. Узнать, любит ли вас вторая половинка или притворяется. Проверить человека перед приемом на работу. Сыворотка не имеет никакого вкуса и запаха. Ее можно подмешать в сок, алкоголь или кофе. Для достижения эффекта достаточно одного флакона. Препарат начинает действовать уже через 10 минут после приема. Цена на сыворотку в интернете, как правило, ниже, чем в аптеках. Ссылку для заказа препарата я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.